Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем прохождение игры под названием Resident Evil Zero. И как я вам обещал, я переведу, соответственно, файлы, которые не успел перевести, и начнем, пожалуй, с дневника пассажира. Запись за 14 июля. Сегодня пришли приказы от босса. Похоже, мы занимаемся исследованием останков лаборатории в Арклейских горах. Мы двигаемся двумя группами. Наша группа основная назначена для первичного исследования того, что осталось от заброшенного эксперимента. 16 июля. К сожалению, проверка производства БОР должна быть остановлена из-за расследования. Это похоже на... серийный номер такой, в общем. Еще столько невыясненных вопросов о действии Т-вируса на ракообразных. В зависимости от вида и условий роста, даже минимальные Т-дозы привели к эффективным изменениям в жесткости, размерах, выработку яда и мозговой деятельности. Если этими эффектами можно будет управлять, то мы получим возможность создать мощное оружие. Но развитие панциря внезапно привело к его хрупкости. Определенные области стали чрезвычайно слабыми. Как ни прискорбно, одна из таких областей – панцирь головы. Вдруг в лаборатории, куда мы направляемся, они занимались похожими исследованиями. Несомненно, это поможет найти нам данные и образцы, которые помогут нам в наших исследованиях. 19 июля. На следующий день, наконец, приближаемся. Я тревожусь все больше. Газеты и телевидение Raccoon City пестрят сообщениями о жестоких убийствах в пригороде. Это не может быть вирус. Или может? Если это он, нет. Я не могу думать об этом сейчас. Я должен сосредоточиться на расследовании и убедиться, что оно идет гладко. Вот такой вот дневник пассажира. Соответственно, я... Следующий перевод вам чуть попозже забацаю, потому что постоянно читать одни только дневники, это не так уж и круто, вы это понимаете, да? Поэтому сейчас я немножечко разбавлю действия экшеном. Нам куда нужно идти? Давайте ознакомимся с картой. Так, все двери позади нас закрыты, если я не ошибаюсь, то... Так, верните. То нам нужен, соответственно... Картридер, вот двери, которая слева находится, самая крайняя. А нам надо топать туда, где мы повстречали первого босса, не босса, я не знаю, как его назвать. В общем, пиявку вот эту огромную. Точнее, зомби, даже не зомби, это труп был, на которого прыгнула куча пиявок, они его начали жрать. И как-то образовали над ним, соответственно, много-много... каких-то, не знаю, микроорганизмов, не микроорганизмов, которые превратили его в супер-мутанта, в супер-босса, скажем так. Значит, теперь с нами ходит напарник постоянно, это нужно учитывать, это нужно понимать, и мы также можем за этого напарника играть спокойненько. Okay. Ага, так, мы его оставили здесь. Follow me. Yeah. Да, давайте, пускай он побегает. Так, как переключаться? Ага, вот все. Вот теперь я уже бегаю за Билли. Но нет, пускай будет Ребекка. Ребекка у нас все-таки считается ключевым персонажем, как ни крути. Мы с вами не посетили место, которое перекрывал как раз вот этот вот полубосс, полузомби. Потому что я уже так смотрю, думаю, нифига себе, сколько я тут времени провел. Что-то как-то заигрался совершенно. Ну вот я и решил, что надо вернуться. Тут, как вы помните, все закрыто. А идти надо сюда. Тут ничего нигде нету. Мне показалось, или что-то блеснуло. Нет, нет, ничего не блеснуло. Это просто отражение было. Хотя тоже отражение считается блеском. Это лестница, ведущая на крышу. Хотите ли вы сюда залезть? Рискнем? Блин, на такой скорости вся крыша мокрая, скользкая. Ну ладно. Попробуем. А почему бы нет? Пробовать всегда надо. Да уж. Я
надеюсь, то, что у них в обоих подошвы ребристые. Нет. Убили нет. Убили, убили башмаки такие на каблуках. Поэтому я удивлен, как он вообще держится тут. А, это дыра в крыше. И она что-то выглядит опасной или как-то так. Соединительный кабель разъединен. Соедините его снова. Ой-ой-ой-ой-ой. Неприятно. Очень неприятно. Ну хорошо. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть трава. Как вы поняли, я уже как бы все это дело переиграл, потому что без пишущей ленты, без лечилок, это было заведомо провальное мероприятие. Нужно было готовиться лучше к этой игре. Так, у нас теперь есть патроны, нужно срочно все перезарядить. Травы надо намешать обязательно. Давайте перезарядимся, прямо в режиме реалтайма. Трава. Трава комбинируем. Отлично. И это что такое? Это лифт, который может перемещать вещи между первым этажом и вторым этажом этого поезда, соответственно. Вы хотите им воспользоваться? Не думаю. Не думаю, вряд ли. Ключ от поезда. А от какой двери этот ключ? А, еще аптечка, да? Великолепно. Эта дверь закрыта. Замок, видимо, сломан. Или что-то наподобие. В общем, придется нам теперь играть за Билли. Хотим мы того или нет. Ладно, давайте сразу же воспользуемся тогда этим лифтом. Мини-лифт. И положим мы, пожалуй, в него ключ. Скорее всего, именно так нужно сделать. Ключ этот достанется Билли. Да. Мы его отправили на первый этаж, как раз туда, где открылась дверка. Вот такие дела. Так. Билли, Билли. Ты что так жестко тупишь-то? Ты вообще неуправляемый какой-то стал. Во. Наконец-то я почувствовал его. А то пипец. Не мог сразу разобраться в управлении. Как-то реально, как будто заживало управление. Серьезно вам говорю. Да, спускайся. Будь добр, не задерживайся. Потому что эта крыша мне определенно не нравится. Я искренне надеюсь, что мы больше на нее не вернемся. Потому что это очень-очень опасно. Да уж, атмосфера, конечно, шикарная. Но вот пожар это опасно. Тут огонь распространится может быстро. Тут много скатерти всяких и так далее и тому подобное. Ты что-нибудь скажешь? Нет, нет. К сожалению, ничего он не скажет. Да и не шибко-то ему, наверное, хочется что-либо говорить. Вот, здесь открылось, по сути. Да, точно. Такие сковородочки. Здесь готовили еду. Ничего использовать из этого не нужно. Обратите внимание, мне больше всего нравится тут. Это я все про ремастеринг. Обратите внимание на жидкость, которая плещется вот здесь. Вот ствол прям наставлен на банку. В банке жидкость. Как жидкость это плещется. Как же это красиво сделали. Ты подумай. Великолепно. Так. Это рефрижератор. Ну, холодильник, да, как я понял. Почему без под него кровь течет? Это нехорошо. Это очень плохо. Нет, мне интересно, что здесь у нас. А, это как раз таки вот этот лифт. Да, бери. Ну что, наверное, достаточно прошло времени, чтобы я мог вам зачитать, соответственно, новый перевод. Я, правда, не знаю, с какого мы именно перевода начнем.
Ну, допустим. Допустим. Приказ о расследовании вот у нас был, где еще кровью было написано кое-что. Так, да, вот сюда. Вот, вот. Или... А, вот он. Приказ о расследовании. Значит, в крови некоторые места нечитаемы. В 8 милях к северу от Ракун-Сити в горах Арклей находится тренировочный центр нашей компании. Он был закрыт много лет назад. Теперь мы проводим предварительный смотр на открытом... На открытием... Что? На открытом объектом. Как-то так, в общем. Тут же написано неразборчиво, да? Многие буквы тупо прожорли, прожеваны. Так. Первая исследовательская группа уже на месте и начала осмотр. Я хочу, чтобы ваша команда оказала помощь. Следующие приказы Авил и... Авил и Бар и... Один и Ледательсго подразделения. А, Вилл и Бар и первого исследовательского подразделения. Остальное оторвано и нечитаемо. Вот так. Очень такая неприятная записочка, мутненькая. Очень-очень мутненькая такая, вы это уже поняли, жиденькая, да? Значит, что мы с вами прочитали? Мы о расследованиях прочитали. Мы прочитали ордер на транспортировку Билли Коэна. Мы прочитали дневник пассажира. И осталась записка для супервайзеров. Так. Сейчас я найду, по-моему, у меня перевод этот тоже есть. Я его на мобильник закачал. Да, да-да-да-да-да, есть у меня этот перевод. Уведомление всем руководителям. При закрытии вагона-ресторана руководителям просьба выключить автоматические двери после того, как все сотрудники покинут вагон. Главный рубильник, отвечающий за дверь, находится на крыше пятого вагона. Инспекции будут проводиться, когда поезд будет в депо. После завершения проверки посетите лестницу в задней части вагона-ресторана, или как-то так, в общем. Umbrella Corporation, департамент по эксплуатации. Угу. Ну вот и все записки на данный момент, которые мы успели найти и собрать, и теперь вы знаете все по полной программе, что здесь происходит, да, детка. Куда же идти-то? Куда же идти? Мне одному кажется, что здесь рядом со сковородкой болтается туда-сюда шахматная фигура. По крайней мере, очень на то похоже. Дверь такая, не зайдешь ты сюда, закрыто с другой стороны же, да, закрыто? Да, все верно. Так, это железная панель. Тебе нужен предмет, который позволит ее поднять. Ну, как бы это получается логично, потому что нужного предмета у нас с вами, к сожалению, нет. Хотя, очень хотелось бы, чтобы так оно было, чтобы этот предмет нашелся. Вопрос в том, какую дверь можно открыть. Мы с вами нашли ключ, ну точнее, как его нашла Ребекка, но мы его переправили Билли. И теперь, получается, нужно Билли этот ключ использовать, наверное, на ту дверь, которая находится рядом с картридером. То есть, если не ошибаюсь, на кабинет кондуктора. Во. Конечно, я тут могу и ошибаться. Это может быть совершенно не точно. Кто его знает? Кстати, по поводу лебедки, если не ошибаюсь, нам нужно будет это окно использовать. Потому что пятый вагон где-то тут. Так что, наверное, на крышу еще придется вылезать. И это очень меня напрягает. Причем так серьезно напрягает. У Билли лента есть пишущая? У нее нету пишущей ленты. Дерьмо. Перезарядись.
пишущей ленты нету, это плохо. Сохраниться не получится. О! Вы использовали ключ поезда. Он вам больше не нужен. Выбросить? Конечно. Нам-то этот ключ действительно не пригодится совершенно. Угу. Это подробная карта всего поезда. А как прокручивать-то эту карту? Что-то не понимаю. А, вот они, этажи. Ну, такой поезд небольшой и не маленький, скажем. Но походить здесь есть где. Это я вам говорю с полной уверенностью. Красная трава какая-то, зеленая, бледными стали. Что-то мне это не совсем нравится. Ладно, давайте мы их замешаем, конечно. Билли не может использовать это. Вы что, шутите? Это же любой персонаж резидента мог использовать всегда. Да. Ты, конечно, понимаешь, что Ребекка медик, но не настолько же. Аж неприятно стало. Это документы по транспортным и перевозкам в поезде, соответственно. Ничего полезного, да? А нельзя взять. Нельзя взять этот портмоне. Увы, слишком много места. А что будем с этим делать? Давайте мы избавимся от ножа, тогда его все равно некуда девать. А, вот нож лежит, то есть мы его можем взять в любое время. Буду иметь в виду. Теперь давайте уже возьмем этот портмоне гребаный. Как-то жалко даже, слушайте, от ножа-то избавляться, а вдруг патрон закончится. Наверное, его нужно посмотреть. Покрутить, повертеть. Так, он закрыт. А, и есть две дыры, которые его, соответственно, закрывают. И нужно с ними что-то сделать. Может быть, как-то здесь нужно что-то нажать где-то, блин. Слушайте, ну это как-то... Нет, нет. Вообще, бесполезняк. Крути его, не крути, толку никакого. Хорошо, тогда давайте мы используем траву. Хер с ней. Ну, не умеет Билли замешивать траву. Ну, что ж теперь поделаешь с этим? Что есть, то есть, как говорится. Бери нож. А это что? О! Слушайте, ништяк. А я как раз думал, куда же идти тогда? Потому что мы тут вроде как ничего полезного не нашли. Ну, кроме кейса, который невозможно вскрыть. Ну, наверное, может вскрыть Ребекка, я так предполагаю. Ага, это местный бар, что ли? Ничего полезного тут, скорее всего, для нас нету. Это я о патронах, там, аптечках и так далее и тому подобное. Вот это мне совсем не нравится. Определенно. Так, нет, не надо, не беги. Аккуратно, вдруг там что-нибудь с потолка вырвется. Слушайте, кадр такой офигенно атмосферный, согласитесь. Просто супер. Нет у нас места для спрея, а для патрон место всегда найдется. И это прекрасно. Это просто великолепно. Блин. Так. Ну, на этот раз ножик... Нет, красная трава, давайте. Я скажу прощай красной траве. А вот ствол... Ствол я хочу взять. Места не хватает. Ну, само собой. Конечно же, не хватает места. У нас слишком много всего. Да, вот теперь бери. Вот. Вот
вот это другое дело. И знаете, я сейчас совершу очень плохую вещь. Я просто так сожру медицинский спрей. Все для того, чтобы взять с собой патроны. Патроны для нашего нового ствола. Вот они. Патрон для шотгана. Его можно зарядить как-то еще? Нет, похоже, это двухстволка. Можно было это понять и раньше. Но я, как всегда, капитаню, само собой. Все, получается, больше здесь ничего особенного нет. Кстати, очень красивый шотган. Ладно, пойдем. Какой другой вопрос. А что нам совсем с этим делать? С яйцами, по крайней мере, я так еще и не разобрался. Вообще, нужны они? Не нужны они? Это какой-то вопрос, покрытый тайной. Я думаю, что, скорее всего, эти яйца не нужны. Совершенно. Просто совершенно. Хорошо. Тогда попробуем сейчас портфель этот переправить Ребекке. Может быть, она с ним что-то может сделать. Потому что я, например, даже и не подозреваю, что здесь можно еще соорудить. Да и лучше вообще поторопиться, потому что мы ее там оставили. А как бы это нехорошо, очень-очень нехорошо оставлять женщин наедине с монстрами, опасными поездами. Согласитесь, неправильно все это. А патроны для дробовика надо беречь. Просто так использовать я их не собираюсь ни в коем случае. Так. Я все время прохожу мимо вот этого места. Мимо этой лестницы. Все время про нее забываю. Давайте наконец-таки уже посетим ее, потому что... Если мне память не изменяет, мы еще на ней с вами не были ни разу. Надо это досадное упущение исправить. Так, блин, запутался в проводах. Я надеюсь, что мы сюда не зря идем, а то будет обидно. Опять трава. И опять яйца. Какие же они страшные. Да, ну и дрянь. Но выглядит красиво. По крайней мере, я могу с чистой совестью сказать именно так. Ничего здесь нету. Ничего абсолютно достойного внимания. По понятным причинам. Хорошо. Тогда пойдем снова портфель нести. Я думаю, что Ребекка будет довольна. А если она не будет довольна, то это будет эпик фейл. Потому что в противном случае я даже не представляю, что еще можно вообще делать с этим портфелем. Куда его можно засунуть. В какое место. Кому дать, чтобы открыть. Я уже понял, что Билли Коин тупой как пробка. И ничего он не может делать вообще. Все держится на Ребекке исключительно. Так, и давай. Что? Он слишком большой? Слышь, ты не охерел ли, мужик? Чё за... А Ребекку можно вытащить? Дверь как-то открыть, не знаю. По-моему, нельзя. Тогда вопрос интересный, а что делать? Закрыто, да, по-прежнему закрыто. Вот дерьмо. Брифкейс. Ну, конечно же, нельзя это отдать Ребекке, подожди. Да, нельзя, потому что она находится вот за дверью. Да, к сожалению. К сожалению. Использовать его тоже нельзя. Этот дипломат. Ну, его открыть как-то можно по-любому. Может быть, тут? Как-то, блин. Что за фигня вообще? Как-то же ведь его можно открыть. Я больше чем уверен в этом. Но не получается.
Вот это вот вообще не получается никак его открыть. В общем, бред бредом. Тогда получается, что мы что-то пропустили. Что-то такое должно быть, чего я до этого еще не замечал. Конечно, понимаю, что слоупочи и все такое, но, блин. Что за фигня? Может быть, тут? Нет. Где-то надо этот брифкейс использовать. Где-то в каком-то месте, да, это однозначно. Но вопрос тогда встает иначе. В каком именно? Может быть, я почему-то думаю, что в этом брифкейсе мы найдем ключ-карту для картридера. Но пока что, на данный момент, мы этот брифкейс даже вскрыть не можем. Мне кажется, сейчас попробую еще пару минуток с этим делом разобраться. Но что-то как-то уверенности у меня особо нету. Окошком воспользоваться нельзя. Нельзя. Слишком высоко лестница расположена. Все-таки у нас двухъярусный поезд. Очень необычный. Очень с этим совсем делом сложно. Я сейчас молчал, потому что пытался вспомнить 201 и, соответственно, в 202 комнате у нас ничего нет такого, что нам могло пригодиться, вроде бы, да? Картридер, понятное дело, нас не пустит дальше. Ну все, остается только кабинет кондуктора. Больше других вариантов и никаких я здесь не вижу. Давайте посмотрим, может быть, что-то здесь. О! А записка... Записка как-то... Записка кондуктора или что-то типа того. Вот я тоже помню, я себе это закачал. Записка от проводника. О! Ключ-карта от кабины водителя в моей сумке, как всегда. Но мне нужен еще один ключ, который находится у другого парня, чтобы открыть эту чертову штуковину. Но, похоже, я его где-то потерял. Если бы ключ был обычным, его бы кто-нибудь обязательно вернул. Но он непростой. Я тоже его искал, но если вам повезет его найти, пожалуйста, верните. Заранее благодарю. Это что получается? Ключа-то нету ни хрена, блин. Вообще дерьмо. Не, ну серьезно, ну как-то обидно даже выходит. Ключ необычный, хорошо, окей, сэр, я вас понял. Но где мне его найти? В записке про это ничего не сказано. Хотя мы ее сейчас с вами перевели, эту записку. Где-то здесь должен быть второй этот ключ, полюбасик. Я вас уверяю. Ну вот где я? Блин, так испугал это место сейчас. Резко так, бам! Дождь шмаляет по окошечку. Я думаю, что где-то тут. О! Вот. Как я сразу эту штуковину не заметил? Что мы положим с вами? Что мы с вами положим? Пускай это будут патроны для пистолета. Рискованно. Рискованно, но оправдано. Их можно все равно будет взять. Бери. Это... Как называется штука? Ледокол? Да. Комбинировать с этой херовиной. Не понял. И что этим ледоколом как бы надо сделать? Я очень сомневаюсь, что вот этой штуковиной можно будет подцеплять люк. Очень сомнительно. Ну, очень-очень сомнительно. Давайте попробуем. Нет. Почему-то как-то не хочет. А почему не хочет комбинировать с этой штуковиной? Что за фигня вообще? Ну, получается, значит, что нужно в другом месте использовать, да? Вполне возможно, нужно это дело использовать для того, чтобы помочь Ребекке.
Беготни много, да, я не отрицаю, но эта беготня, по крайней мере, очень приятная. Игрушка мне очень сильно нравится, я думаю, вам тоже она очень нравится. Так, иди сюда. Все. Что-то мне это не нравится. Ай, ты... Блин. Хера себе его там завертел. Все кости должны были сломаться уже. Быстрей. Быстрей. Так, давай, давай. Так, пробуй, пробуй. Достижение какое-то дали, ты подумай. Сдохла тварь. А что у нас с боезапасом? А, можно, кстати, вернуться теперь за патронами. Отличненько. Все, пускай валяется эта сволочь. Гигантский скорпион, вы только подумайте. Как эта тварь тут вообще оказалась? Что она? Как она вообще очутилась? Как она вообще очутилась на земле? Откуда она вылезла? Блин. И жесть. Из этого сволочи ничего не вылезло. По сути, нет. О! Намотало тут, конечно, жестоко все. Некуда девать эту штуковину. Я думаю, сюда мы вернемся уже с Ребеккой. Потому что слишком много. Слишком много всего набрали. И как-то с этим неохота расставаться. А сундука в этой игре нет. Тут все как бы реал-тайм происходит. И это одновременно и плюс, и минус. То есть приходится как-то заморачиваться постоянно с тем, что таскаешь. Но если что-то не влазит, то можно взять и просто выкинуть. Что, кстати говоря, получается гораздо проще. А зачем сюда пришел, если пишущей ленты нету? Интересный вопрос, правда? Хорошо, давайте пойдем Ребекке поможем тогда в таком случае. Или не помогать ей? Не знаю даже. Нет, надо бы помочь, потому что у нее все-таки писающая лента. Или отдельно за этой лентой сбегать. Я, наверное, отдельно за этой лентой уже сбегаю, потому что и так уже слишком много мы с вами тут провозились. Да и записок столько перевел вам. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.